Всем пиксельный привет! Вы на канале Pixel Angel. И в этом видео покажу, как можно нарисовать очень просто и быстро вот такой простой рисунок по клеточкам. Я придумала вот такой простой рисунок жираф. Этот рисунок помещается в обычной тетрадке. И нужно всего лишь 4 цвета. Черный фломастер для контура, желтый, синий и коричневый. Сначала берем черный фломастер или маркер, начнем рисовать контур рисунка. Начнем рисовать от верхнего правого угла. Вот эта клетка у меня будет верхний правый угол рисунка. Идем влево и пропускаем 5 клеток. На 6 останавливаемся. Закрашиваем 4 клеточки по горизонтали влево. Начнем рисовать ухо жирафа. От этой клетки идем по диагонали вниз влево. Закрашиваем 2 клетки по горизонтали влево. От этой клетки идем вниз. Еще раз вниз, влево и вверх. Получается квадрат 4 клетки. Обводим, закрашиваем такой квадрат. От вот этой клеточки идем вниз, еще раз вниз, влево и вверх. И закрашиваем еще один квадрат 4 клетки. Теперь от этой клетки идем влево, закрашиваем 3 клетки влево по горизонтали. Здесь идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 раза по одной клетке. Идем влево и закрашиваем 2 клетки по вертикали. Рисуем один ров жирафчиком. Теперь от этой клетки идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем 2 раза по одной клетке. Теперь от вот этой клетки идем по диагонали вниз влево, закрашиваем 3 раза по одной клетке. Идем вверх по диагонали влево, закрашиваем 2 раза по одной клетке. От этой клетки идем влево, закрашиваем здесь 2 клетки по вертикали. Теперь от этой клетки идем вниз вправо по диагонали, закрашиваем 1 клетку. Идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем вниз 5 клеток. Теперь вот здесь закрасим 2 клетки по вертикали. От этой клетки идем влево, теперь вниз, влево и вверх, закрашиваем квадрат 4 клетки. От вот этой клетки идем влево и закрашиваем вниз 2 клетки по вертикали. Идем вниз по диагонали влево и закрашиваем 4 клеточки вниз. Поворачиваем вправо, закрашиваем вправо по горизонтали 4 клетки. Теперь идем вверх по диагонали вправо, закрашиваем 2 раза по одной клетке. Идем вверх по диагонали вправо, закрашиваем 2 клетки вправо. От этой клетки идем вниз, идем теперь вправо, закрашиваем 5 клеток по горизонтали. Идем вверх по диагонали вправо и закрашиваем 3 клетки по горизонтали вправо. Теперь одну клетку по диагонали вверх-вправо. Идем вверх по диагонали вправо и закрашиваем вверх 3 клетки. Идем вверх по диагонали вправо, закрашиваем вверх 5 клеток. От вот этой верхней клетки идем влево, закрашиваем 2 клетки по вертикали. Теперь 2 раза по одной клетке по диагонали вверх-вправо. Идем вверх по диагонали вправо, закрашиваем вот здесь 4 клетки вверх. Теперь находим вот этот угол, эту клетку, перепрыгиваем одну клеточку вправо. Закрашиваем одну клетку. Теперь идем правее, вот здесь симметрично по вертикали закрашиваем 3 клетки. Здесь одну клетку вправо. От этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вправо, закрашиваем одну клетку.
От вот этой клетки перепрыгиваем две клеточки вверх, закрашиваем здесь одну клетку. Теперь от вот этой клетки, от этого угла, перепрыгиваем одну клеточку вниз и закрашиваем одну клетку. Идем вниз, и вот здесь симметрично по горизонтали закрашиваем три клетки. А от этой клетки идем вниз, закрашиваем одну клеточку. Теперь от вот этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вниз, закрашиваем здесь одну клетку. От вот этой клетки перепрыгиваем две клеточки влево и закрашиваем здесь одну клетку. Теперь нарисуем жирафу улыбку. От вот этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вверх, идем вправо, закрашиваем две клетки по горизонтали. От этой клетки идем по диагонали вверх-вправо и закрашиваем по вертикали вверх две клетки. Теперь жирафу нарисуем длинную шею. От вот этой клетки идем влево на одну клеточку и вниз. Отмечаем клетку. И теперь от этой клетки по диагонали вниз-вправо нужно закрасить все вот эти клетки до края странички. Здесь можно по горизонтали полоску уже нарисовать. И рисуем жирафу длинную шею. Перед этой одной клетки перепрыгиваем одну клеточку вправо, закрашиваем три клетки по вертикали вниз. От вот этой клетки идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем две клетки по вертикали. И от этой клетки идем вниз по диагонали вправо и закрашиваем по одной клетке вот так тоже сюда до края страницы. И для этого рисунка черный фломастер больше не нужен. Будем жирафа раскрашивать. Я беру синий фломастер, и нужно закрасить вот здесь одну клеточку и здесь глаза жирафа. Теперь беру коричневый фломастер и отмечаю клетки, которые будут закрашивать коричневым. Вот эти две клетки обвожу, они будут коричневые. Здесь две клетки по горизонтали, одна клетка по диагонали вниз вправо. Здесь отмечаю вот эти четыре клетки, обвожу контур. От этой клетки иду по диагонали вверх-вправо, отмечаю 3 клеточки, обвожу контур. От этого угла веду контур 2 клетки вверх, клетка влево, клетка вверх. Вот эта клетка тоже будет коричневая, и вот эта клетка будет коричневая. Теперь с этой стороны отмечаю вот эти 4 клеточки, обвожу здесь контур. Здесь клетка вниз, клетка влево, клетка вниз, клетка влево, клетка вниз, здесь две клеточки влево, клетка вверх и клетка влево. Вот эти две клетки по вертикали обвожу. Здесь два раза по одной клетке по диагонали. И вот эта одна клетка тоже будет коричневая. Здесь в углу отмечаю квадрат 4 клетки. Обвожу. В этом углу тоже отмечаю квадрат 4 клетки. Обвожу. Теперь на шее обвожу контур. Вот эта клетка будет коричневая, от нее введу здесь контур. Вниз клетка, вправо клетка, вниз клетка, вправо клетка, вниз две клетки, влево клетка. От вот этой клеточки перепрыгиваю клетку вправо. Здесь отмечаю вот такой квадрат 4 клетки. Обвожу здесь контур. От этого угла вправо клетка, вниз клетка, две клетки вправо, клетка вверх. От вот этой клеточки перепрыгиваю две клетки вниз. Отмечаю здесь две клетки по вертикали. Обвожу. Вот эти две клетки по вертикали. От этой клетки перепрыгиваю одну клеточку вправо. Отмечаю три клетки вверх по вертикали. Отвожу. Вот эти три клетки тоже отмечаю. И вот эту одну. И здесь отмечаю вот эти две клетки. Обвожу контур. Две клетки по горизонтали. Клетка вниз. И вот эти все клетки тоже будут коричневые. И закрашиваю пятна жирафа коричневым цветом. Теперь берем желтый фломастер и обведем контур клеточек, которые закрашивать не будем. Вот эти две клетки будут желтые. Здесь введу контур. Вверх клетка, вправо клетка, вверх одна клетка и три клетки вправо. На мордочке жирафа от этого угла введу контур. Влево одна клетка, три клетки вверх, клетка вправо, клетка вверх, клетка вправо, одна клетка вверх, три клетки вправо и одна клетка вниз. От этого угла от этой клетки 3 клеточки вверх, клетка вправо, клетка вверх, клетка вправо. И закрашиваем жирафа желтым цветом.
Вот такой симпатичный жираф у меня получился. Очень простой рисунок по клеткам. Кому понравился этот рисунок, идея и мое видео, не забывайте ставить лайк под видео. Подписывайтесь на канал, кто еще до сих пор не подписался. Всем пока-пока и до новых встреч на канале Pixelenger.